Ну все, перебазируемся. Знакомого попросили, он на КамАЗе приехал. Все, зацепился, потихонечку поедем. Тащили мы вагончик, бочку. Все, теперь мы у себя на стане, на больших полях. Сегодня у нас дождик прошел с утра. Вчера ночью мы по темноте уже, не ночью, но вечером по темноте уже приехали. Все отцепили здесь. Я съездил домой. И с утра приехали по дождю. Думаю, пока не погода, масло в двигателе поменять. Ну, так решили. Буду заниматься, сейчас солью масло. Шеф привезет другое масло и фильтр масляный. Центрофугу надо будет сразу помыть, посмотреть, что там у ней. Ну все, занимаюсь.
стукнем. Вот только есть. Так, надо ножик. Ножиком это все собрать. Ну все, теперь только мыть. Бригадир приехал. Поехал за маслом. Все занимаются делами. А Ричард охраняет. Да, Ричард? Ричард? Рич. Я приеду, я приеду. Все, чистенько. Все, центрифуга у нас чистая. Пойдем. О, ветер. Фильтр будем менять. Вот я новый принес. Тот уже открутил.
вчера на месте. Центрифугу пока ставить не буду. Я буду через нее заливать масло. Так будет быстрее, чем через заливную горловину. Ну и быстрее, и с этим ветром я меньше оболью, чем вот через сюда буду заливать.